Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Play at Home. Ну что, продолжаем с вами играть, проходить наш «Умри молодым». Я вернулся обратно в поселение, где добывают ягоды и фрукты. Честно, я просто здесь уже все оббегал. Я даже не знаю, куда уже здесь еще бежать. Поэтому присоединяйтесь, будем вместе бегать и искать вариации, как нам и куда нам с вами сходить. Да, у нас, кстати, есть водичка, надо нам ее попить. Да, то у нас чуть-чуть жажда мучить начинает. Так, кстати, мы можем наполнить все на максимум сейчас, пригодится на всякий случай. Так, ну чего. Пойдемте дальше искать, смотреть вариации, куда нам можно свалить. Так. Каменная стена. И не более того. Блин, а мы здесь уже были у этого мужика. Что-то надо найти. И самое что интересное, я так полагаю, скорее всего, это что-то находится именно где-то вот в этом радиусе. То есть, блин, нас больше никуда не пускает. Так, а вот здесь у нас что? Опа. Так, стоп. А как нам туда попасть сейчас? По-моему, мимо нее пробегали уже. То ли не обратили на нее внимания в прошлый раз. Ну-ка. Надеюсь, не больно. Так, что у нас такое-то? А, это какая-то хрень. Естественно, мы ее откроем. Так, это у нас что такое-то вообще? Вода какая-то. Не понял, это что такое у нас? А, блок cannot water. В воду спустить сначала надо, типа, или что? Так, стоп. У нас наполнение стоит, и надо воду слить. Так, а что за вода? А, вот это типа, да? Так, а здесь, по-моему, где-то еще одно русло такое было. А, вот оно. Так, стоп, у нас все нормально, все течет. Все хорошо, что не так. Интересно, куда эта лестница ведет? Ну, нам туда не прыгнуть. Странно, что нам не дают повернуть ее. Ну, давайте пойдем посмотрим, куда ведет нас, эта вода. Так. Интересно, интересно. Так, стоп. Она у нас течет прямо в океан. И здесь тот самый как раз таки... Так, тот самый как раз таки мост, который нас выводит к деду. А толку? Толку. Блин. Честно, путаница какая-то. Какая-то путаница. Так, а, вон у нас какие-то ворота есть. Пойдемте посмотрим. А, вот они как раз, по-моему, мы с вами и не были, да? Так, их можно сломать. Неужели здесь хоть что-то мы можем сломать? Шикарно. А, так, Mountain Pass какой-то. Mountain Pass. А, вот эта херня с водой. Так, во-первых, надо сохраниться здесь однозначно. Здесь прям что-то течет. А, наверное, закрыть ее надо. Так, а нам нужна какая-то... Типа херня. А, может быть, нам этот самый ключ нужен? Во. Типа закрытые ворота. Так, а что... А, первые закрыты, да? А нам, получается, их все закрыть. Или нет? Да проверим. Не, эти не кликабельные. Они типа сломанные, окей. Но сюда же не просто так все это ведет. Пойдемте попробовать на... А, блин, не знаю, стоит ли попробовать на кнопку нажать, наверное. Пойдемте сгоняем. Тем более, здесь, благо, это все рядышком находится. Так, а нахрена такой вопрос? Я им воду перекрываю. О, как высоко, господи. А, нормально. Все, я думал, сейчас разобьемся. Так, здесь нам шнурок нам не нужен. Все, вода не стала больше, перестала точнее идти. Там что-то наверху, на горе, наверное, еще возможно было, можно сделать. Ну. Во. Ты смотри. О, господи. Так, документик новый. Карта
Стоп, мы... А, вот, резолюшн. Так, вещи, кофе пока трогать не будем. Так. Документ. Кстати, есть ножик. А, это круто, давайте возьмем обязательно его. Это мы забираем. И смотрим. А, ну все, типа, вот он умер. Наверное, какое-то задание там было. Найти одного из этих товарищей. А кто нам давал задание? Нам давал задание только дед и еще Криндель, который тут на горе сидел, да? Получается, надо сейчас вернуться к этому Кринделю. Блин, ну, опять же таки, еще интересно, что там у нас было пока... Ой, кстати, ножик мы можем себе взять в руки. Ну-ка. Вот так вот. Отлично, как у нас хоть он выглядит там. Ну, такой ножик, да. Я думаю, дымага побольше наносит. Так, стоп, нам сюда не надо. Однозначно. Пойдемте сходим к этому товарищу, который там сидел на скамеечке, да? Ему дадим квест. Вроде как. Хотя я сомневаюсь, по-моему, это вообще не связано абсолютно задачи с ними. Но попробуем, да, для успокоения совести. Соответственно, как сейчас ему это все дело отдадим, или не отдадим, вернемся к этой же, к нашей вышке. Так. О, не вышки, где мы воду спускали. Возможно, возможно. Так, где-то он здесь он сидел. Ну-ка, ну-ка. Так, все ягоды собирает у нас. Так, стоп. Это вот у нас как раз таки вышка для входа. Значит, а он где-то тут должен быть. Так, 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 так. Блин, я уже забегался. Сейчас я плюну и вообще не пойду сдавать никуда ничего ему. Так, давайте здесь посмотрим на вершине. Так. Кстати, можно цветок... А, нет, не собрать нам его. А где этот гопник? Он где-то там... А, он где-то там в окраине. Ладно. Хрен ты с ним. О, кстати. А что у нас здесь какая-то видеодорожка-то? А, ну это пропасть у нас обратно. Все, я понял. Пойдемте-ка сходим обратно к тому месту, где мы только что с вами были. Попробуем посмотреть, куда ведет то направление. Там же на гору можно было забраться, да? Да. А что значит? А это значит то, что, скорее всего, там у нас будет сейчас какой-то выход. Странно, странно, странно. Только то, что... Реально путаюсь в этих переходах у них. Так, это, наверное, получается наверх надо. Мы пойдем сейчас. Где там проход этот? Так, вот вода. Где у нас заходит вода? Так, это мы ее перекрыли. Получается, где-то здесь. Снизу это должно быть сейчас у нас. А, вот здесь. О, господи. Меня эти люди до сих пор убивают. В том смысле, что стоят, ни в чем не бывало. Копают, что-то копошатся там. Так, все. А вот у нас, получается, тут есть выход сюда дальше, наверх. Однозначно сохраняемся еще разочек. И смотрим. Так. Ну, явно нам не туда, значит, надо как-то попасть вот сюда. Блин. Это плохо. Я думал, мы там заберемся. А, здесь вот так, окей. Без остановки, сразу с разбега. О, грибочки. Грибочками мы не будем жертвовать, обязательно будем их собирать. Кстати, знаете что, хорошая мысля пришла напосля. А быть может, мы можем таскать с собой еду, банки консервные, да, и тем самым отравлять собак. Просто бросать их за собой, я не знаю, там, или давать собаке, не знаю. В общем, как-то так, поэкспериментировать, наверное, возможно, было бы стоило. Но что-то я... Так, и что, я, по-моему, здесь уже был. Так, а вот это у нас куда дорога ведет? Это у нас, по-моему, какой-то... Спуск. Ну, ладно, пойдемте посмотрим все-таки еще в горе. Мне пока что это больше интерес составляет. Так, опа. Я думал, она сидит живая, но нет. Она тут не сидит. А, так, по-моему, мы здесь с вами были уже, разве нет? Знакомое место очень. Ну да.
Мы с вами, по-моему, здесь уже были. Бум-бум-бум-бум-бум. Да уж. Ладно, хорошо, давайте поднимемся, посмотрим. Так, ну-ка. Попробуем здесь сейчас... Нет, не запрыгнем. Даже интересно, ну-ка. Не хочет. Но там, в принципе, и запрыгивать-то некуда. Только она сверху, наверное, скорее всего, будет работать. Когда будем сверху спрыгивать. Так. Блин. И что нам это дает? Собака. Блин, собака, это плохо. Надо от нее куда-то оторваться нахрен. Не зацепиться ни за что здесь пока что. Блин, вот псина. Так, а что у нас здесь? Давай. Так, а здесь у нас пусто. По-любому... О, кстати. Можно забраться, наверное, на самую вершину. Так, стоп. А, это как раз то самое место, я понял. Мы с вами там уже стояли, смотрели. Но вот отсюда я точно, по-любому, до туда не допрыгну. Мне кажется, стопудово. Это нереально. А вот это, скорее всего, сделано оттуда, чтобы я мог сюда допрыгнуть. Еще можно попробовать? Чем черт не шутит, но я что-то сомневаюсь. Да не. Да, я сомневаюсь. Так. Хорошо, у нас... А, есть альтернативные варианты. Ну-ка. Где псина? Привет. Да хрен там. Блин. Черт, да нет, сожрет его. Сука. Да, больше нечего сказать. Так, хорошо. Тут реально какая-то путаница, ребята. В этих локациях я уже реально не понимаю, куда нам бежать. Что нам делать. Так, ну наверху мы были. Хорошо, если мы пойдем сейчас наверх, то мы поднимемся и можем попасть куда-то сюда. Но нам там тоже делать особо нечего. Ну давайте, конечно, пойдем посмотрим. Так. Окей. Так, гриб, да. Забираем однозначно. Так, ту бабку мы это уже видели. Значит, у нас вариация следующая. Как нам попасть куда-то? Я даже не знаю, куда нам попасть. Вот в чем вопрос. Это самое, что, блин, интересное. Так, а здесь у нас, получается, все-таки это будет выход. Да, я просто помню, мы здесь в одной из с вами серии уже были. И сейчас будет здесь прыжок вниз. Ну да. Нет, нам туда не надо. Так, давайте соберем, посмотрим. Так, а что у нас есть тут? Да, вот это тот самый вид, который мы с вами уже один раз видели. Немножечко не то. Пойдемте, конечно, посмотрим еще. Сейчас, может быть, все-таки в пещере, куда-то мы там пропустили что-то. Так, привет, бабулька. Да нет, тут нифига с ней сделаешь уже. Скорее всего, из-за леса тоже никуда не надо. Так, а что у нас тут есть? А, кстати. А тут у нас это... Блин. Я прям даже не знаю, что говорить-то, ребята. Я прямо запутался откровенно. А, вот здесь у нас, по-моему, спуск есть. А, нет, это не спуск. Это совсем уже куда-то туда, в небытие. Так, ладно. О, кстати, там у нас что? А, это та самая пещера. Так, следующее. Смотрим, что у нас тут есть.
Так, значит, сейчас у нас тут собака на нас загрится. Это кровь из носа. Понятно и так, в принципе, да, нам? Медицинский факт. А, ну-ка, если по дереву. Блин, по дереву, по дереву, по дереву. Куда она снова выведет? Ну-ка. Аккуратнее. Блин. Хотя там спокойно можно было сбоку подняться. Вот. Там волк у нас, да? Да, я вижу тебя, чувак. Там грибы, кстати, растут. Если сюда забегу, оттуда я смогу, в принципе, прыгнуть сюда. Но надо как-то попасть. Так, ну-ка. Блин. Сина, остановись, а. Ну просто остановись. Вот что ты творишь? Так, а мне вот сюда не залезть. Это факт. Так. Хм. А что там наверху-то для нас? Там, по-моему, ничего для нас особо такого нету. Кстати, а быть может, мы сейчас можем сделать... А, ну у нас консерв нету. Думал проэкспериментировать, а в итоге у нас консерв-то и нету. Пум-пум-пум-пум-пум. Слушай, а если, кстати, нам, может быть, вообще не сюда надо? Может, нам надо... На эту херовину. Да нет. Здесь, кстати, есть вариант был, как запрыгнуть. Только куда он нас ведет? Он нас никуда не ведет. Так. Блин, нихера себе, ты сюда уже прибежал. Блин. Так, сейчас попробуем еще раз посмотреть здесь. Такое ощущение, что нам как-то наверх попасть. Но не могу понять как. Там обход, здесь нам не запрыгнуть. Это без вариантов. Здесь мы еще и разобьемся в передачу. Тогда вопрос. Вопрос. Блин. О, господи. Вопрос, как туда попасть. Как туда, блин, попасть? Ребят, я думаю, мы, наверное, с вами сейчас тормозем наше прохождение. Побегали, посмотрели, да, то есть по поводу вот этих всяких выключателей, тумблеров, вот. Но как дальше проходить, честно, не знаю. Надо вернуться к этому будет, наверное, чуть позже. Вот, если ждать продолжения, не забываем подписываться на канал, ставить ролику лайк. Ну а с вами был я, Сережа Плейс. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.